Семинар для руководителей литературных музеев начался с презентации новой выставки «Миртекст». Над ней почти год трудились сотрудники Самарского музея имени Горького вместе с поэтами и художниками. Это выставка о том, как устроена современная поэзия. Здесь можно проследить эволюцию литературы с 50-х годов прошлого века до настоящего времени. Посетителю предлагается пройти 5 поэтических машин. Это 5 различных литературных течений. Каждое течение мы представили в виде такой своеобразной машины, в которой человек может в какой-то степени применить методы, творческие методы современных поэтов, сам произвести какое-то произведение, но мы не ставим себе задачи сделать из него поэта, мы надеемся, что он таким образом поймет, как поэт смотрит на мир, что он в нем видит, да, и что он делает с тем, что он видит. Творческий семинар для руководителей литературных музеев проводится уже в 29-й раз. Каждый раз в новом городе. Самара принимает почетных гостей впервые. У каждого музея литературного есть свой опыт, есть свое понимание того, что происходит. Да? И поэтому вот такие встречи, они очень важны для того, чтобы действительно обмениваться этим опытом, понимать, куда двигаться дальше. Тема семинара этого года – литературный музей в контексте культурной жизни региона. Участники семинара поднимут проблему современных музеев, познакомятся с работой Самарского литературного музея. Гости обсудят основную экспозицию, посвященную жизни и творчеству Алексея Толстого, и перспективы ее модернизации. Лариса Шлафа, Владислав Манин, «События».